Вы смотрите новости сейчас. С вами Татьяна Король. Здравствуйте. Нового министра экономики сегодня представили коллективу ведомства. Дмитрий Крутой видит главной задачей повышение устойчивости белорусской экономики к внешним шокам. Это и колебания российского рубля, и потенциальное вступление Беларуси в ВТО. Вот эти колебания российского рубля, которые произошли, вы знаете, в последнее время, но они очень серьезно влияют на наши макроэкономические показатели. Мы эту зависимость, естественно, должны уменьшить. Если говорить о внутренней нашей повестке, о внутреннем рынке, то наши эти застарелые проблемы закредитованности предприятий, не всегда эффективного распределения экономических ресурсов, но они как бы тоже пока никуда не делись, и мы должны над ними очень серьезно работать. А в Министерстве промышленности в новой должности с коллективом сегодня знакомился руководитель ведомства Павел Утюпин. Сфера для него знакомая. Почти 6 лет он проработал заместителем министра промышленности. Разработка новых продуктов, модернизация предприятий, реализация инвестиционных проектов – задачи ближайшей перспективы. Необходимо, наверное, больше внимания уделить предприятиям, которые находятся в малых и средних городах. Пример Аршанского региона, который был рассмотрен, это вот именно обращение внимания именно на эти регионы. И здесь, учитывая, что предприятия Министерства промышленности находятся по всей стране, естественно, от работы наших предприятий будет складываться в целом социально-экономическая ситуация в каждом отдельном городе нашей страны. Представили сегодня и нового главу Госкомпровоенпрома Роман Головченко. До этого он занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах. В военно-промышленном комитете с 2009 по 2013 занимал должность первого заместителя. Инновационные разработки для новых образцов военной техники в центре внимания нового руководителя. А также исправление ситуации на предприятии техникосвязи. Его работу раскритиковал глава государства, когда посещал Аршанский район. А эти кадры поражают своим масштабом. В Мекке сегодня проходит главный обряд мусульманского хаджа – стояние у горы Арафат. Более 2 миллионов мусульман со всего мира прибыли в Саудовскую Аравию. Молитвенное стояние длится весь день, вплоть до захода солнца. Мусульмане верят, без этого обряда паломничество считается недействительным. Таковы главные новости к этой минуте. Продолжим в 19 часов.